Всем привет! Сегодняшняя самоделка будет из обычного ножа. Тайский дешевый нож. Сейчас я покажу, что я придумал с ним. А вы подписывайтесь на канал, жмите лайки, пишите комментарии. Поехали! Без разговоров, как всегда. Для начала поработаем с петелькой с нашей. Нам нужно сделать дырёшечки побольше, отверстия. Рассверлим отверстия, вот эти два крайних. Все вы видели, что я пользуюсь своими станками, своими приблудами, которые я сам лично смастерил. То есть это все реально работает, реально это мне помогает. Так что все, кто мне писал, что ты сделал говно, которое не работает, чуваки, вы ошибаетесь, все работает. Ну да фиг с ним. Короче, просверлили мы, сделали мы отверстие под наши болтики. Петлю откладываем в сторону. Принимаемся за наш нож. Здесь нам нужно сделать кое-какие изменения нашего ножа. Точнее, чуть-чуть обрезать, вырезать под тай, под нашу петлю. Поехали дальше. Так, ну смотрите, сделали мы вот такую прорезь в нашем ноже китайском. Теперь в эту прорезь надо вставить и приварить нашу петлю. Таким вот образом, сейчас я это сделаю. Все инструменты, которыми я пользуюсь в этом ролике, в других роликах, я приобретал на Алиэкспрессе. Ссылочки на товары, по которым я покупал свои инструменты, находятся под видео. Переходите, смотрите. Очень, очень хороший инструмент. Даже китайский инструмент может быть хорошим. Так что советую перейти, посмотреть, если что, приобрести себе. В принципе, уже все готово. Осталось совсем немножко. Теперь нам надо наши болты запихать и прихватить сваркой, чтобы они стояли на месте. Все готово. Осталось теперь испытать. Это универсальный инструмент. Сейчас я покажу, как им пользоваться. Например, у нас есть вот такая вот железочка, которую нам надо распилить пополам. Понятное дело, что мы никак это не сделаем, держа это в руках. Максимум, что можно сделать, это зажать тиски и разрезать. Но мой инструмент позволит это сделать намного проще и аккуратнее. Зажимаем его и смело можем пилить. Также этот инструмент может служить для того, чтобы зажимать любые лезвия. Лезвие от ножа. Либо это может быть лезвие от бритвы. Просто у меня его нет. Его также можно зажать и резать. Все что угодно. Либо это может быть пилка по металлу. Ее тоже у меня нет. У меня есть вот такая тонкая пилка. Ее тоже можно зажать. Зажали, теперь можно пилить.
Блин, ну что, вот такой инструмент у меня получился. Я считаю, что очень достойный. Я думаю, что он мне очень пригодится. В следующих видео вы увидите, как я буду им пользоваться. Ну а сейчас, наверное, все. Поставьте лайк, если вам понравилось видео. Если вам понравился инструмент, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Будем обсуждать, будем разговаривать. Я отвечу каждому. Так что всем пока-пока. До скорой встречи.